Bună seara! Sunt Deana Guja, Community Manager la Agora. Suntem la a doua ediție Agora Lectures. Azi vorbim despre catastrofa de la Chernobyl, care s-a întâmplat pe 26 aprilie 1986 și despre care noi știm foarte puține, în primul rând de ce că atunci era Uniunea Sovietică și autoritățile sovietice au avut grijă ca populația să nu cunoască ce s-a întâmplat acolo, sau cel puțin să cunoască foarte puține lucruri și presurate cu multe manipulare, propagandă. Și au trebuit să treacă ani, chiar decenii, ca să se vorbească deschis sau mai deschis decât s-a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat acolo în 1986. Serialul Chernobyl, pe care probabil l-ați văzut, sau mulți din voi l-ați văzut, a adus un pic de lumină. Cine nu l-a văzut, îl recomandăm. Dar noi astăzi avem o invitată foarte specială, este vorba de Zinaida Gurskaya, care este jurnalistă, care este publicistă și care în perioada când a fost accidentul nuclear de la Chernobyl era redactora ziarului local din Pripyat. Deci doamna Gurskaya este omul care a trăit această tragedie și ea ne va povesti cum ea a văzut lucrurile din perspectiva ei, ca om care locuiește acolo, ca om care activa ca jurnalist. Și apropo, doamna Gurskaya a făcut și un film despre ceea ce s-a întâmplat, dar mai mult ne va povesti ea. La sfârșitul povestirii, vă îndemnăm să puneți întrebări, cei care ne privesc de acasă, noi încă n-am decis dacă o să transmitem întrebările, dacă o să fie înregistrarea întrebărilor și răspunsurilor. Vedem pe parcurs. Dobri vecer! Ea v-ați представила. Вы можете начать и рассказать все, как было, как вы это увидели. Спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые гости. И я бы разделила сегодняшнее повествование на четыре части. Во-первых, я хотела бы несколько слов сказать о себе. Ровно столько же я хотела бы сказать о Припяти. Это город, в котором я жила. Конечно, о моменте аварии и о самой аварии. И, конечно же, после аварийный период, если это можно так сказать, то есть все, что происходило с нами и с людьми, которые жили в Припяти, в Чернобыле, в 30-километровой зоне, после того, как нас вывезли из Припяти. Как вам уже сказали, зовут меня Зинаида Гурская, я журналист, публицист, поэт-писатель, есть несколько книг, которые вышли уже после аварии. Но прежде чем об этом сказать, я хочу сказать, что закончила я Киевский государственный университет, факультет журналистики. После окончания университета меня направили в город Припять, Чернобыльская атомная станция, для организации газеты, то есть редактора. Я приехала в город Припять, это был 79-й год, и хочу сказать, что это был очень красивый город. Белый, высотный, находился в 1,5 километрах от Чернобыльской атомной станции, где было построено 3 блока уже действующих. 1 блок строился. И я приступила к организации газеты. Впоследствии это была «Трибуна Энергетика». Сначала она была газета управления стройки. Со временем это стала городская газета под таким же названием. Город Припять насчитывал на тот момент около 50 тысяч жителей. И, как ни странно, эти люди, это был очень компактный город, 4 микрорайона. И, в принципе, учитывая то, что люди работали, как правило, либо в управлении строительства, либо на атомной станции. И почти все друг друга знали, так как мы все были молодые, интересные, и
общались на этой небольшой территории, поэтому были знакомы. Я не зря об этом говорю, что знали практически друг друга, потому что впоследствии, когда случилась авария, и потом пошли объявления, что погибли 6 пожарных, потом начальник смены, то для всего мира это были просто пожарные, просто сотрудники станции. Для меня это были люди, которых я знала лично. То есть это были мои друзья, это были мои соседи, это были просто люди, которые были очень близкими, и я их знала в ежедневной жизни. О Припяти могу сказать, что это была повседневная жизнь, и моя работа заключалась в том, чтобы освещать жизнь города и работу атомной станции в основном. Поэтому я знаю блок от первой отметки до последней, потому что я исходила его в свое время ногами, освещая, сколько помещений сдано, сколько помещений еще должны сдать. И в редакции у нас было 7 сотрудников. В основном это были люди, которые уже работали, то есть уже профессиональные журналисты, но были и молодые. После Киевского также университета присылали нам практикантов, которые потом становились нашими сотрудниками. В основном это были мои земляки из Западной Украины, и работалось, конечно, очень легко. Когда случилась авария в 1986 году, меня подняли буквально через 10 минут после случившегося. И так как мы все были молодые и ходили друг к другу в гости, то есть принято так было, что можно было в 2 часа ночи позвонить, сказать: ты спишь? Нет, еще не сплю. Ну, тогда приходи ко мне пить чай. Или наоборот, если ты не спишь, то сейчас я приду к тебе на кофе. И мы вот бегали друг к другу, потому что это было безопасно. В городе можно было в 2-3 часа ночи пробежать по аллеям и перебежать во второй микрорайон или в четвертый, пойти в гости, пообщаться. И мы не уставали, утром можно было снова пойти на работу, так как можно было либо автобусом через мост, либо пешком через 1,5 километра через лес, и уже можно было быть на работе. И, конечно, никто никогда не думал, что вот эта наша беспечная, вполне комфортная жизнь превратится в такое несчастье. Потому что, когда мне позвонили в 2 часа ночи и сказали, что на блоке взрыв, и через 10 минут тебя ждут в горкоме, я сказала: слушайте, ну это уже слишком, шутки у вас, и положила трубку. И когда перезвонили снова и сказали: выйди на лоджию, посмотри на станцию, и я положила трубку, вышла на лоджию, то все пылало и дымило на том месте, где был расположен блок и атомная станция. Конечно, уже выли сирены, уже ездили скорой помощи, ездили пожарные машины. Я собралась, перенесла сына в противоположную комнату, которая не выходила на атомную станцию, и побежала в горком. Было дано указание, чтобы о том, что случилась авария, ничего никому не сообщать, ничего никому не говорить. Но тем не менее я села на телефон, обзвонила всех, кому можно было, чтобы не выходили на улицу, чтобы не выпускали детей утром, потому что это было ночью, и убежала. И вот от этого момента начался отсчет такого поминутного, почасового времени. Прошло 1,5 дня, и поступило распоряжение, что город будут вывозить, что будут поданы автобусы к микрорайонам, и людей из города вывезут. Поначалу вывезли город, потом вывезли 30-километровую зону. Я вывезла сына и вернулась обратно. И после этого еще 3 месяца работала в зоне. Но так как не все имели куда выехать, мы забрали наших детей и вывезли их в Затоку. Это совсем рядом, в Одесской области, как вы знаете, наверное.
И дежурили. У нас было 30 детей. И дежурили по очереди. Но так как мы выехали только с документами, в легких футболках, в джинсах, никто ничего не брал, потому как сказали, что вас вывозят на 3 дня, что можно было взять на 3 дня? То есть то, что необходимо, самое, документы, не все даже документы взяли. Мы выехали из города, но я своих кошек вывезла, а многие оставили кошек, собак, которые потом умирали в закрытых квартирах, и это было очень большой трагедией, потому что в город больше не пускали. И так случилось, что мы, находясь в затоке, на побережье, ну, в принципе, кушать особо было нечего. Мы собирали деньги, которые у кого было, и кормили детей в кафе. Потом мы варили марли, ловили креветки у моря, нашли ведро и на костре варили эти креветки и тоже кушали. И ждали каждый день, потому что каждый день нам говорили: вот еще 2 дня, и вы вернетесь. Город дезинфицирует, еще 3 дня, и вы вернетесь. И так это продолжалось 1,5 месяца. Потом я уехала, приехала смена, оставшаяся с детьми, а я уехала в зону работать. Но когда я была на побережье, рядом сидела женщина, которая кушала виноград, но он был такой большой, кардинал, что я подумала, что это сливы. Ну, я росла в Западной Украине. Потом, когда родители переехали в центральную часть, мы жили в Черкасской области, по Думанию, в Христиновке. И, конечно, про такой виноград мы не слышали, не видели. И когда я спросила у женщины, что это такое, она сказала: это виноград. И я спросила: а где такой виноград растет? Она говорит: в Молдавии. И я, конечно, она не догадалась меня угостить, но я поняла, что это очень вкусно. Вот. А попросить мне было как бы неловко, неудобно, тем более, что же я буду кушать, а дети нет. И вот такой разговор состоялся. И потом, когда муж работал на почтовом ящике, так принято называть, завод «Юпитер», и уже когда стало ясно, что мы никогда в Припять не вернемся, муж приехал и сказал: вот мы получили назначение, нам дают квартиру в Донецке, трехкомнатную, и мы должны будем туда переехать, то есть там поехать получать квартиру. На что я сказала: я не хочу в Донецк, я хочу в Молдавию. Там очень хороший виноград. Он сказал: нет, ну это ненормально, говорит, мы уже получил орден на квартиру, мы должны уезжать. Я говорю: нет, мы не поедем в Донецк, мы поедем в Молдавию. Он вернулся в Киев, в штаб, взял направление, но в Кишиневе была только двухкомнатная квартира. И мы согласились на двухкомнатную, но зато в Молдавии. И вот так я попала в Кишинев. Это был август месяц уже, когда мы приехали сюда. Как раз мы приехали 30 числа, 31 было землетрясение, которое нас тоже напугало очень сильно, но тем не менее. И первое время я работала в прессе 4 года, а в 90-м году меня пригласили на национальное телевидение вести украинскую программу «Світанок» на украинском языке. И я работала на национальном телевидении 15 лет. После чего я уехала ненадолго из Молдовы. Но потом мне предложили собственным корреспондентом в национальном агентстве украинском. И я вернулась и стала аккредитованным журналистом освещать для национального агентства «Укринформ» события, которые проходили в Молдавии, в Молдове, в Румынии и Приднестровском регионе. Это то, что касается непосредственно моей биографии. Со временем я закончила академию при президенте по международному праву и подрабатываю еще и адвокатом. Так что если у кого-то будут какие-то проблемы, не дай бог, то, пожалуйста, обращайтесь. Я хочу сказать, что самое страшное, конечно, началось после аварии, потому что
Мы смотрели новости и слышали, передавали из уст в уста, хоть мы разбрелись. Сначала мы искали после аварии, потому что нас вывозили, и никто не знал, кого куда вывозят. И поэтому, когда мы стали разыскивать, мы не знали, кто куда попал. И мы ездили в Киев, в штаб, и выясняли, кого куда расселили, для того, чтобы можно было связаться с близкими, с родственниками на всех перекрестках. Писали объявления, искали друзей, знакомых. К сожалению, компенсацию мы получили только в ноябре месяце, которая никоим образом не компенсировала все, что мы имели в Припяти, но тем не менее. А вот до ноября месяца мы на какие-то копейки купили себе какие-то летние платья, потому что все, в чем мы выехали из Припяти, нужно было выбросить, сжечь или закопать, потому что это все фанило. До аварии у меня были длинные волосы, потом их пришлось обстричь, потому что они тоже звенели. Но самое страшное это было, когда сообщили, что сначала умерли пожарные, потом начали умирать люди со станции, которые были в то время на смене. Их хоронили в цинковых гробах на Митинском кладбище в Москве. И сначала мы ездили на похороны в Москву, летали. А потом это Митинское кладбище поползло по всему бывшему Советскому Союзу. И уже трудно было скрыть, хотя люди, когда обращались за инвалидностью или просто с тем, чтобы связать состояние своего здоровья с Чернобылем, то им говорили, что нету никакой связи с аварией на Чернобыльской атомной станции. И так без связи умерло очень много. Сотни тысяч людей, к сожалению. Прошло какое-то время, прежде чем уже глупо было скрывать и стали признавать то, что люди пострадали в результате Чернобыльской аварии, и их состояние здоровья связано именно с облучением. И так получилось, что у меня обнаружили острый лейкоз. Отправили в радиологическую клинику в Киев, где мне сделали одно переливание крови, потом другое. И, ну, очень трудно было верить, что выживу, потому что вся радиологическая клиника была заполнена жителями Припяти и Чернобыля. Многие там и умирали. И поэтому я благодарю судьбу и Бога за то, что дал мне возможность выжить. Но это не столько моя заслуга, сколько заслуга медиков, которые работали в 4-м управлении, сейчас это больница госканцелярии, которые каждый раз, когда я попадала в больницу, прилагали максимум усилий для того, чтобы сохранить мне жизнь. И поэтому я сегодня особенно хотела бы вспомнить людей, которые делали все, чтобы чернобыльцам помочь остаться жить. Это Лукреция Ивановна Катана, заведующая отделением терапии в 4-м управлении. Это Кирке Лучия Петровна, заведующая поликлиникой, которая выбивала лекарства, которая выбивала места, которая прилагала все силы для того, чтобы помочь этим людям, которые, к сожалению, от больницы до больницы пытались еще и работать, потому что пенсии выбить чернобыльские было очень сложно. Это уже потом, со временем, люди получили инвалидность. Сейчас они получают, кто остался жить, хорошую пенсию. Ну, скажем так, относительно хорошую пенсию, потому что по сравнению с пенсией по возрасту это действительно кое-что. И поэтому спасибо всем медикам, которые в свое время спасали нам жизнь. Что хочу сказать, и аудитория очень молодая, я хочу сказать, что в жизни бывает очень много трудностей и сложностей, но хуже смерти и потерь ничего не бывает, поэтому очень важно сохранять спокойствие и силу духа, и еще обязательно помогать друг другу, потому что иногда доброе слово и помощь гораздо дороже денег, потому что можно быть очень богатым человеком, состоятельным, но быть совершенно несчастным. Поэтому, если у вас есть друзья, если у вас близкие есть,
пока они живы, старайтесь с ними пообщаться. Спасибо большое. Может быть, у кого-то будет вопрос. Я хотела еще показать газету. Вот я когда снимала фильм, когда работала на телевидении, я сняла фильм «Чернобыль 10 лет спустя». Была в своей квартире в Припяти. Это было очень больно и очень сложно. Все было разворовано, потому что мы жили на втором этаже. Мародеры вынесли все от первого до пятого этажа, потому что лифты не работали, а нести выше было очень тяжело. И вынесли все. У меня была пустая квартира, хотя я оставила прекрасную библиотеку и много фотографий, всего ничего не было. И вот я сняла этот фильм, я принесла диск, но, к сожалению, мы не можем его посмотреть. Вы это сделаете чуть позже. И потом «Чернобыль 20 лет спустя», потому что это трудно объяснить, но несмотря на постоянно существующий повышенный уровень радиации, вот душу все равно тянет туда, и мы первые 20 лет, наверное, даже 25, вот последние годы мы не ездим, но вообще-то каждый год мы собирались, списывались, приезжали в Киев, там собирались, Министерство внутренних дел выделяло нам автобус, и мы ехали в Припять. Ехали в Припять, заходили в МВД с дозиметром, накрывали там стол, поминали всех погибших, кого каждый раз нас приезжало все меньше и меньше, и потом уезжали обратно в Киев. И до самого Киева, конечно, молчали, потому что это было очень грустно и очень больно. И один раз мы ехали в автобусе, молчали, и водитель слушал радио. И когда диктор сказал, в эти дни уровень радиации в Припяти, в Чернобыльской зоне, очень существенно повысился. И все в автобусе дружно рассмеялись, потому что это было так смешно, что уровень радиации повысился, а мы побывали там, вернулись, и вот как бы никого не волновало на тот момент уровень радиации. Всех волновало то, что мы все-таки побывали там дома и вернулись. И если бы сегодня сказали, что у меня даже ключ от квартиры сохранился, который я храню до сегодняшнего дня, если бы сказали, что есть возможность вернуться, я бы сегодня поехала обратно в Припять. Я сейчас покажу газету, которую я там нашла, когда снимала фильм. Я нашла у себя в доме кусочек газеты. Это мы газеты использовали для того, чтобы клеить обои. И когда обои отпали, отсырело со временем, то оказалось, что эти газеты там остались. Вот здесь такой кусочек газеты, потом обратно положу, где написано «Не верь глазам своим», «Фелетон», «Зыгурская». Вот. И еще я нашла нашла вот исполняющая обязанности редактора Зинаида Гурская. Это так важно. И здесь это я пока это положу. Еще хочу показать вот такую книжечку. Это «Город Припять». Это книжечка, которая вышла буквально незадолго до аварии, в которой были фотографии нашего города. Вот цветущий, красивый город с фонарями, с цветами. У нас все улицы были в розах. И никто, конечно, их не рвал, потому что как бы не было. Но бегали дети, речка Припять, играли в футбол. Вот такой вот молодой. Кому будет интересно, уже после аварии, спустя годы, появилась первая книжка, она называлась «Мы были першими», о людях, которые первыми работали на ликвидации аварии в Чернобыле. Это очень важно, потому что здесь написана правда. Именно людьми, которые работали в зоне. Это было очень сложно, потому что уровень радиации был очень высокий. Лес, который окружал атомную станцию, стал рыжим. И
со временем просто упал. До того был высокий уровень радиации. И тем не менее, люди шли, спасали нашу жизнь, наверное, и жизнь планеты, потому что пруд-охладитель, который был, если бы он попал в турбину, это был бы взрыв, который бы снес, ну, как минимум до Одессы, все, ничего не осталось бы. Вот. Поэтому люди жертвовали собой, и когда говорят, что никто никому не говорил, что такой высокий уровень радиации, я не верю, потому что люди знали, на что они шли, но они шли и спасали мир. Поэтому, конечно, каждый раз 26 апреля мы собираемся здесь, в Кишиневе, зажигаем свечи в час ночи, в 1:36, и поминаем тех, кого мы знали и кого уже нет среди нас. И хочется, чтобы все, кто будет жить после нас, чтобы никто никогда не забыл, что такая трагедия была, и чтобы она никогда не повторилась. Потому что страшнее этого нет ничего. Хотя то, что происходит сейчас в Украине, не знаешь, даже, наверное, еще страшнее. Но там был невидимый враг, а сейчас он реальный. Понимаете, когда 24 февраля Россия напала на Украину, никто не мог поверить в это. Но над головами людей рвались снаряды, летели ракеты. И Молдова приняла наибольшее количество беженцев. С 24 числа кордон был практически открыт. Можно было без документов или по каким-то совсем... Это не были загранпаспорта, это были документы, по которым люди могли попасть в Молдову. Более 1 000 000 человек пересекло границу Молдовы с первого дня войны. 80 тысяч остались в Молдове. И сейчас, через 3 дня, в университете, в американском университете, в университете имени Константина Стери, господин ректор Георгий Аворник предоставил на первом этаже помещение, и мы открыли центр для людей, которые прибывали в Молдову. Люди со всего Кишинева несли теплую одежду, одеяло, пледы для того, чтобы помочь, потому что люди выбегали из домов, брали детей, и точно так же. Мне было это очень близко, потому что то же самое я испытала в 86-м году. И поэтому мы открыли этот центр и помогали людям, принимали, размещали, одевали, обували, кормили. Центр работает до сих пор, и все, кто нуждается в какой-то помощи, они приходят и получают ее у нас. Поэтому если у вас есть знакомые с Украины, которые еще не прикреплены к нам, хотя им очень многие помогают, государство сделало все для того, чтобы обеспечить им правовую защиту, и разместить, и накормить, и помощь оказать. Но труднее тем, кто живет в частных домах, не прикреплен к каким-то официальным центрам, и поэтому в основном мы занимаемся именно такими семьями. Сейчас мы готовим к Пасхе подарки семьям и их детям. Потом будет День защиты детей, 1 июня. Мы тоже готовимся их поздравить и сделать подарки. И все, кто находится сегодня, граждане Украины, могут рассчитывать на нашу помощь. Передайте, пожалуйста, это всем своим знакомым. Спасибо большое. Если я что-то упустила, я очень надеюсь, что вы спросите, и я попробую ответить. Спасибо большое. Dacă sunt întrebări, haideți să le punem și un moment tehnic. Noi punem întrebările cu microfonul, nu? Da? El cred că nu se întinde și noi nu avem radio microfon. Ok, deci întrebările fără microfon și doamna Gurska o să răspundă cu microfon. У меня первый вопрос. Расскажите, а как вот случилась авария, да? Вы узнали об этом в 2 часа ночи. О чем говорили люди, которые жили в Припяти после этого? То есть вот первый день, второй день, наверняка были какие-то разговоры, наверняка о чем-то или перешептывались на кухне, да, или говорили. То есть
о чем, что вы знали тогда, какие у вас вопросы были? Ну, может быть, потому что вы работали журналисткой, вы знали немного больше, я могу только предполагать это. Но вот бытовые какие-то вопросы, о чем говорили люди? Они же, у них было вот это понимание, что случилась катастрофа, ужасная просто? Вы знаете, к большому сожалению, не все понимали, какая трагедия произошла. Во-первых, так случилось, что средств защиты, как таковых, в городе не оказалось. Они как бы были на бумаге, но на практике оказалось, что их нет. И поэтому все люди, практически, которые работали на станции тогда, и которые бегали по городу, как и я, с открытым ртом, вот, все, конечно, получили очень большой уровень. Помимо этого, для того, чтобы, во-первых, нам сказали, что ни в коем случае не нужно ничего говорить и пугать людей. Потом на следующий день устроили ярмарку в городе, то есть выбросили... У нас и так было хорошее обеспечение, то есть я не могу сказать, в магазинах было все, так как мы, город был как бы на особом положении. Но на ярмарку выбросили сухие колбасы, красную рыбу, икру, все, что можно было. И люди, естественно, вместо того, чтобы сказать, что трагедия, беда, сидите дома и никуда не высовывайтесь до особого распоряжения. Сделали ярмарку, и люди пошли на базар, покупали продукты, на которые ложилась радиоактивная пыль, и кушали. Дети мыли руки в воде, которой смывали улицы. Моющие машины ездили по городу, смывали асфальт. А вот водичка, которая текла, дети пускали кораблики в этой воде. И потом они лежали в радиологической клинике с ожогами кистей рук, ног. Это была трагедия. Но люди не усведомливали, не осмысливали того, что не видим враг, не видно радиацию, ее не видно. И не все понимали это. Когда я звонила и говорила, что не надо выходить на улицу и детей не выпускайте, одни говорили спасибо, а другие говорили, да слушай, перестаньте пугать. Мы и так привыкли, в принципе, потому что если, например, на станции был выброс зимой, то утром снег был желтым. И мы понимали, что выброс на станции, но мы не отдавали себе отчета, насколько это трагично, насколько это страшно. Относительно разговоров, нет. Уже потом... то есть это случилось ночью, на следующий день, уже во второй половине дня стали перезваниваться, шепотом спрашивать, что все-таки. Мне звонили очень многие, что происходит, что произошло, почему так. Ну, ответа, как вы понимаете, не было, почему так произошло. Мы все считали, что это диверсия. Хотя официальная версия, что это случайность. Для того, чтобы испытать блок, отключили систему защиты. Кто-то отключил систему защиты. И поэтому, когда случился взрыв, ни одна система защиты не сработала. И все радиоактивные вещества после взрыва пошли в воздух. А так как ветер был достаточно сильный, то все пошло на город. Помимо этого, детей вывели на репетицию первомайской демонстрации, которые получили еще дополнительную дозу. И потом это все, конечно, сказалось. Через месяцы, через годы. Это очень грустно. Но не все осознавали, мало кто осознавал, насколько это трагично, насколько это страшно. Спасибо. Сверху поступали
Распоряжение, указание. Ну, я уже ответила на этот вопрос. Первое, что было дано указание, ничего нигде не освещать, ничего нигде не говорить. И даже не писать в газете никак. Абсолютно. Ни в коем случае. Ну, уже, я говорю, даже через полтора дня уже стало ясно, известно, что это катастрофа, и даже тогда никто ничего не говорил, просто по радио объявили, что будут поданы автобусы к домам, пожалуйста, выходите, возьмите самое необходимое, город будет вывезен на 3 дня. Через 3 дня вы все вернетесь в город. Вот люди пошли и выехали на 3 дня до сегодняшнего дня. Вы знаете, наверное, через месяц, не раньше, потому что все газеты писали о том, что в это время проводится дезактивация Припяти, и через 2 недели люди смогут вернуться в город. Потом это было 3 недели, и все это освещалось ярко в газетах, по радио. Вот-вот вернетесь, вот-вот вернетесь. И все еще верили, но у меня закралось подозрение, что мы никогда не вернемся. И потом, когда мы поехали в зону работать и увидели, что происходит, мы поняли, что мы никогда туда не вернемся. Но говорить об этом было не принято, вот, что не вернемся. И только уже летом, в июле месяце, было официально объявлено не то, что мы не вернемся, а было объявление о том, что люди, которые находятся в разных городах или там республикам, им нужно найти временно работу и временно жилье. Уже нелегальная информация просочилась, что там, где будем работать, там нам будут давать квартиры, и там мы будем жить, потому что мы никогда туда не вернемся. Но это была неофициальная информация. Мы просто друг другу передавали информацию о том, что нужно искать работу, искать жилье, потому что там. И уже в конце августа стали раздавать ордера на квартиры, и через горкомы партии, через райкомы партии, обкомы партии уже стали предоставлять жилье. Вот свою историю я вам рассказала, как мы попали сюда. Но нас здесь, конечно, в то время никто не ждал особо, потому что эти квартиры должны были быть распределены другим категориям граждан. И, конечно, никто не обрадовался. Но есть как есть. Так мы остались жить в Кишиневе. Когда началась война в 92-м году, очень многие наши припечане, чернобыльцы, уехали. У нас здесь было где-то 362 семьи. Часть жили на Баюканах, а часть на Чеканах. Но очень многие уехали обратно в Украину. Они сдавали здесь квартиры и получали квартиры там, где жили их родственники, или в Киеве. Но я подумала, что меня здесь очень хорошо приняли. У меня на тот момент уже было очень много друзей, знакомых, ко мне очень хорошо относились. Я работала на телевидении, и мы отказались уехать в Украину. Мы остались в Молдове. Я не жалею. Мне здесь очень хорошо. Давайте. Да, ну вот первые, кто умер, это умерли 7 пожарных. Да. И мы видели фотографии, жены привезли фотографии из клиники, из Москвы.
Они лежали за закрытыми целлофановыми шторами, и к ним никого не пускали. И они были в страшном состоянии. Это были обожжены, даже не хочу говорить, обожжены руки, ноги, и лицо. Ну как? Это же жены. Вот, понимаете? Вот, и мы передавали друг другу эти фотографии. Помимо того, потом они умерли, их хоронили на Митинском кладбище. Никого не пускали, только с пропиской Припяти. Мы ездили туда, мало того, для них было выделено отдельное место. Их хоронили в закрытых гробах цинковых. Никому не разрешали даже особо близко подходить. У меня в фильме есть эти съемки. Вот. А потом уже начали умирать сотрудники ГАИ. И мы ездили на похороны к Коле, который стоял в оцеплении в ночь аварии, для того, чтобы не пускать никого в город. В Киеве было, начиная от Шевченковской автостанции в Киеве, на северном направлении, все было перекрыто. В ту сторону никого не пускали. Вот. И умер Валера Кубко, умер Саша Коваленко и многие другие. Мы понимали, что не могут люди в 25 или 30 лет умирать просто так. Ну что ж еще непонятно. И потом, ну я как журналист действительно имела гораздо больше информации, чем все остальные. Поэтому прекрасно отдавала себе отчет о последствиях аварии на Чернобыле. Вы знаете, ликвидаторы были не только из Украины. Вы, наверное, знаете о том, что из каждой республики посылали, ну, принято говорить, добровольцев. Да, понимаете, но это такие же добровольцы, как сейчас, в принципе, тоже бывают. Поэтому я когда работала на телевидении, ко мне обратилась одна женщина и попросила помощи. Ее муж был отправлен на ликвидацию Чернобыльской аварии и вернулся оттуда. Не мог ходить, не мог дышать. Ну, он, по сути, умирал. Вот. Они ходили по всем больницам, и никто не мог ему помочь. И тогда я попросила Лукрецию Ивановну Катане, чтобы этого парня, а ему было всего 23 года, чтобы его взяли в нашу больницу. И его действительно положили в больницу. После этого я связывалась с радиологией в Киеве, и они поехали на переливание крови туда. И после этого мы еще 5 лет поддерживали отношения, потом он умер. И точно так же я не хочу сейчас приводить хронику. Это можно узнать в интернете, сколько людей погибли после ликвидации Чернобыльской аварии, которые уехали на ликвидацию из Молдовы. Каждый год мы собираемся на мемориале Чернобыльском, обмениваемся впечатлениями, обмениваемся информацией, жизнью. И там, как правило, говорят о тех, кого уже нет среди нас. А что они делали? Это понятно. Они расчищали лес. Они чистили крышу станции, они расчищали территорию, потому что все ведь все бросили в этих квартирах. Там остались птицы, попугайчики в клетках, остались кошки, собаки. И все это грозило эпидемией. Поэтому люди ехали туда и работали в зоне. Им очень хорошо платили, но это была такая временная радость, потому что со временем это все оборачивалось не очень хорошими последствиями. Скажите, а когда вы первый раз приехали там посмотреть после трагедии? Свой дом, город? Вы знаете, я поехала не посмотреть. Дело в том, что когда мы приехали в Кишинев в августе месяце, и надо было уже устраиваться жилье и все, я обнаружила, что у меня
отсутствуют в документах права, техпаспорт на машину и многие другие документы. И я отчетно пыталась это все найти, но не могла. И это, конечно, выглядит смешно, но мне приснился сон, что я у себя в Припяти за диваном беру дипломат с документами и нахожу там эти права. И, честно говоря, я была в шоке, но я говорю просто как есть. Вот. И я села, хотя все меня отговаривали, я села и поехала в Киев. Поехала к нашему бывшему начальнику управления внутренних дел по Минчуку и рассказала ему ситуацию, сказала, что мне очень нужно попасть в Припять, потому что у меня там остались документы. Он говорит, ну это невозможно. Но тем не менее мы нашли выход, мы взяли машину, потом меня пересадили в БТР, и я попала в свою квартиру. То есть это было в начале сентября. Да, это буквально через полгода. Но уже на тот момент двери в моей квартире стояли рядом с квартирой. Вот. И из квартиры была вынесена библиотека. То есть за полгода они успели? Да, успели. Но стоял диван. И как ни странно, за этим диваном буквально вот так вот впритык стоял дипломат. Я забрала дипломат со всеми документами, села в БТР и уехала из Припяти. А уже в следующий раз мы попали, когда была, уже когда я где-то через 2 года, наверное, даже 3, когда мы уже списались, сговорились о том, что на годовщину Чернобыльской аварии есть возможность поехать в Припять. И я поехала на Киев вместе со своим припячаном, мы попали уже в Припять. А потом уже 10 лет спустя, когда я снимала фильм, я снова попала в свою квартиру. Потом еще через 10 лет. Ну и все, и больше я туда не ездила. Было очень больно и тяжело, потому что в телефонных будках выросли деревья, в магазинах, куда мы ходили товариться, тоже росли деревья, рос кустарник, все было разбито, и смотреть на это было просто невозможно, очень больно. Давайте. Да. Нет, ну почему? Понятно было, была советская власть, было вранье, конечно, ну, такое, нет, открытое. Понятно, что, что у нас будет перестройка, да, то есть, перестрелка. Союза уже не будет через довольно короткое время. И вот поменяло вот у вас, у людей, которые жили в Припяти, то, что случилось на Чернобыльской АЭС, поменяло их отношение к советской власти? Ну, вы знаете, это даже, наверное, и обсуждать нет необходимости, потому что хотя бы исходя из того, что люди не могли добиться, не то что правды, они не могли добиться своей связи с облучением, они не могли получить какие-то деньги, они не могли получить лечение достойное, они не могли получить правду об умерших своих и погибших. Они ничего не могли, потому что все было засекречено. И только после того, как поменялись времена, скажем так, и власть, стали всплывать наружу эти печальные, досадные факты, которые так долго скрывались. И вы, наверное, знаете об этом. Уже появились книги, как это было. Вот мы были первыми. А, да. Мы были первыми. И многие другие книги, где было разрешено напечатать, как было в действительности, а не так, как писали газеты. И поэтому и отношения, и законодательная база. Люди не глупые, они все это прекрасно понимают. А потом у меня вышла книга. Ну, я писала стихи на бумажках, промокашках, где пришлось, записывала. И потом, когда я попала в больницу, и у меня не было шансов, в принципе, выжить, то
то мои друзья собрали все эти клочки бумаги, собрали все, что я писала, и издали такую маленькую книжечку, которая называлась «Колокол души розовый». У меня ее даже нету. Она нигде не продавалась, я ее потом раздарила всем людям, когда ситуация, скажем так, переломилась. Но и издали эту книгу. Это была первая книга, изданная на украинском языке в Молдове. Это был 93-й год. Мы даже шрифт они не могли найти, потому что там и с крапочкой, вот, с точечкой этой, ну и многое другое. Но тем не менее, вы знаете, они сумели, и на презентацию, которая была в филармонии на тот момент, было очень много людей, и я приехала туда из больницы, и это была незабываемая встреча, незабываемый вечер, и книжечка, конечно, разошлась. Но через какое-то время, когда уже было все нормально, я подумала, что нужно сделать нормальное издание. И собрали мы те стихи, которые были опубликованы в «Колокол души». Там еще были фрагменты из книги, из прозы, из романа. И мы, и я издала вот такую книгу, которая называется «Это жизнь», которая состоит из стихов на русском языке, часть стихов на украинском языке, чернобыльские дневники, немножко философские, есть эссе и многое другое. То есть там перемешку украинско-русское. Я принесла эти книги с собой, и если кому-то это будет интересно, то я ее могу подарить, и вы сможете почитать. Здесь интересные вещи, интересные стихи, интересная проза, мне так кажется. А сейчас уже готовится к изданию новая большая книга. Это уже по материалам журналистских расследований сложных уголовных дел, которая называется «Боги в погонах». И я очень надеюсь, что она скоро появится на прилавке. Сейчас работают над обложкой. Я ее не так давно закончила. Сейчас работают над обложкой. И после этого она будет презентация, она поступит в продажу. И я думаю, что это будет очень интересно почитать, как об адвокатской базе, как сложно, потому что институт адвокатов, к большому сожалению, в нашей стране немножко слабый, скажем так. То есть в большинстве своем люди идут договариваются там, потом идут договариваться там. И есть, конечно, очень хорошие, очень профессиональные адвокаты, которые действительно находят аргументы, факты для того, чтобы работать на защиту. Ну, я думаю, все остальное вам будет интересно почитать в книге. Я очень надеюсь, что она выйдет. И потом уже поступит в продажу, вы сможете это почитать. Спасибо большое. Да. Давайте. Это какой год? 88. Угу. По-моему, то ли 88, то ли 89. Я сейчас не помню точно. Но в журнале «Новый мир» вышла такая вещь, она называлась «Чернобыльская тетрадь». Я не знаю, если вы знаете об этом. Но в то время она на меня произвела просто неизгладимое впечатление, потому что там все в деталях было описано. То есть все пожарники, как ликвидаторы, все служащие на станции, имена вот там, Правик, вот, да, Жарик, Кибинок, Правик, Филипенко, вот, да, я тоже их помню. Потом вот этот человек, который там работал на станции, как они приезжали в этой станции. Да. Так, буквально вот эта защита, биозащита, как она подпрыгивала буквально, вот это все это описано в таких деталях, что по тем... А кто автор? Очень хорошо. Конечно, конечно. Конечно, интересно. Я к чему спрашиваю? Дело в том, что до сих пор вот это произведение, оно у меня хранится как документальное. Я просто удивлен, что вы о нем ничего не знаете. Вот я у вас сейчас спросил, я думал, что вы что-то знаете, но по тем временам это было просто... Ну, вы знаете, про произведение я не знаю. Я знаю, как это было в жизни на самом деле. Может быть, поэтому я пропустила. Да, и дело в том,
Да. Ну, это все я видела своими глазами. Ну, это «Новый мир». Это был самый прогрессивный журнал, который мог себе позволить, у него был высокий рейтинг, и который мог себе позволить, правда, я не знаю, как потом судьбу автора произведения. Да, но поэтому скажите мне автора. Нет, так вы мне скажите фамилию автора. Давайте, конечно, я оставлю телефон, позвоните мне, пожалуйста, мы обязательно увидим. Я знаю, что Люба Ковалевская, это мой бывший сотрудник моей редакции, вот, Любовь Александровна, которая кричала на всех перекрестках, у нее тоже вышло 3 или 4 книги, именно как это было, потому что мы об этом знали намного больше. Вот. Но она одну книгу издала, чтобы не ошибиться, по-моему, в Японии. Вот она была там. Вторую книгу она тоже издала за границу, и только 2 последних она потом издала уже после 92-го года. Они у меня тоже есть. Ну, мы увидимся, вы покажете. Это очень интересно. Просто я говорю, я хотела знать автора, потому что, в принципе, это не Виктор Щербак. Думаю, это Щербак. Вот, потому что он очень много писал, и мы с ним встречались, да. 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 Ну, многие не знали даже, что взрыв на станции. Если они находились на рыбалке или где-то на охоте, то они не знали, что взрыв на станции. Они знали, они получили очень высокий уровень облучения, но они об этом узнали потом, гораздо позже. Описывают. Да, то есть получается, что без жизнедеятельности людей природа, как бы, даже несмотря на радиацию, берет свое, и получается, что там возникает, то есть фактически там сейчас заповедник, можно сказать, с уникальными видами растений, животных и так далее. Вот что вы думаете насчет этого? Вы знаете, я когда работала на телевидении, я говорила, что несколько раз ездила до того, как вышел фильм в Припять. И у меня есть фотографии. Поросенок на 3 ногах, корова на 2-3 ногах, поросенок с одним глазом, птицы без ног и много-много других фактов. Поэтому, вы знаете, я не очень верю в то, что все так великолепно, все так благоухает, как не верю и не согласна с тем, что нужно было водить экскурсии, привозить иностранцев, возить туда, как на диковинку смотреть. Потому что, к большому сожалению, есть люди, которые готовы деньги сделать на всем. Понимаете? А чем это обернется, очень сложно потом судить. Понимаете, поэтому вот когда мы были в Припяти, с нами ездил дозиметрист, который говорил, вот по этой тропиночке, пожалуйста, идите, но ни в коем случае не делайте шаг вот в эту сторону или в эту сторону, потому что зашкаливала стрелка. Понимаете, то есть до сих пор, конечно, идут дожди, конечно, это все уходит в землю, но никто не знает, так как мы не знали. Это потом уже появилась карта, на которой было обозначено, что вот в этом уровне, то есть там, где был у нас автовокзал, там было 600 рентген в час.
Понимаете? А люди ходили по этому месту. В другом месте было 300 рентген в час. Это огромный уровень радиации. И я не могу поверить в то, что сегодня там все так великолепно. Понимаете, если так все хорошо, то почему же людей туда не вернут? И не просто в Припять, а даже в 30-километровую зону. И если природа так благоухает, то почему же действительно не там, где она благоухает, и где нет опасности для людей, почему же туда не селят людей? Это же огромная территория, огромные земли. Но в Чернобыле, это 18 километров от Припяти, работают только исследовательские лаборатории. Там действительно вахтовый метод, туда ездят люди. Я там тоже снимала семью, которая пожила в Киеве, но так как женщина сказала, кожного ранку я просыпаюсь від того, що двері в під'їзді ляп-ляп, ляп-ляп, я не можу спати. То есть она, я не могу спать, потому что я просыпаюсь от того, что этими дверями в подъезде хлопают постоянно. А у меня дым. И они собрались и вернулись обратно в Чернобыль. И когда мы приехали на съемки, мы приехали со своими упаковками, там вакуумные упаковки, мясо, колбаска, все остальное. Было у нас в машине. И когда они накрыли стол и сказали, что вот мы пожарили яйца, это вид наших курочек. То есть курочки гуляют по двору, от курочек яйца, грибочки, которые мы назбирали в лісі, вот, тоже били грибочки такие. Вот. И вы знаете, нам было стыдно пойти в машину и взять эти вакуумные упаковки. И мы сидели и ели грибочки, и ели яйца, которые снесли эти куры. И, в общем-то, ничего страшного, мы не умерли. Но самое смешное, что мне с собой дали две баночки литровых грибов, маринованных с Чернобыльского леса. И когда я их привезла сюда, у меня был день рождения, и я открыла эту баночку грибов. И меня спрашивают, а где ты такие грибочки взяла? Я сказала, как где? В Чернобыле. Все посмеялись и не поверили. Я сказала, правда. И покушали. И вы знаете, самое свежее, что все до сих пор живы. Вот. Так что, понимаете, как говорят, разные приходите. То есть где-то может, да. Но люди, правда, муж ее уже умер. Где-то через 3 года после нашей съемки. Вот. А женщина, даже не знаю, сейчас жива или нет, потому что, это считаю, в каком, в 16-м году я снимала последний раз. Я не знаю. Я первое время звонила, потом связь перестала функционировать. Может, телефон поменялся, может быть, нету человека. Я, к сожалению, не выяснила. Но люди жили и были счастливы. Она сказала, пусть мы проживем 5 лет, но я проживу на своей земле. И все в хозяйство тут при мене. Я счастлива. То есть, понимаете, это еще надо психологически понимать. Вот людям было очень сложно. Мы жили в квартирах, мы были молодые. И нам как бы на тот момент было все равно. Вот. А люди, которые имели дом, хозяйство, землю свою, им было очень тяжело переселиться в квартиру, в которой действительно двери ляп-ляп, ляп-ляп. Я бы тоже не выдержала. Они собрались и приехали обратно на Чернобыль. И мы снимали эту семью, снимали церковь, куда ходят. Некоторые семьи вернулись. В Припять нет, а в Чернобыль вернулись. И в зону некоторые вернулись. И жили там, пока не умерли. Можно? Да. Во-первых, спасибо за вашу жителям, которые, простите, жили в Припяти, или которые ликвидаторы? И тех, и других. То есть, как сложно было отдать ребенка в школу, в детский сад, как сложно было, не знаю, там, в больницу попасть на лечение, или в виду бытовой боязни, что ли, людей, которые были там, чтобы не заразиться, чтобы не обучиться и так далее. Вы знаете, я об этом нигде не писала и нигде не говорила, только очень близкие люди об этом знали. Когда мы приехали, потому что я не уезжала вместе с автобусами, когда мы приехали с подругой, с приятельницей моей, приехали в Киев, у нее жил брат в Киеве, Вася. Это Оля Кириченко. У нее жил брат.
мы приехали в Припять, было где-то около 12 часов ночи, и она говорит, так идем до Васи переночуем, а завтра будем думать, что к чему, потому что надо было ей ехать в Белую Церковь, а мне в Христиновку. И мы пошли к ее брату, он жил на Хрещатике, там возле Детского мира. Мы поднялись к нему, позвонили в дверь. И Вася открыл дверь. И он говорит, Вася, вот так, так мы хотим переночевать. Он сказал, Оля, ты извини, пожалуйста, но вам уже все равно, а в мене діти. И нас на ночлег не пустили. Мы вышли в Киеве. Была уже, по сути, глубокая ночь. Мы вышли, сели на бордюре и плакали. И в это время остановился таксист. Говорит, что-то случилось? Ну, нам трудно было говорить, но тем не менее мы ему сказали, что мы из Припяти и нам негде переночевать. Он сказал, садитесь в машину. Мы сели в машину. Он нас отвез домой. Мы впервые приняли нормальный душ. Нас положили в чистую постель. Мы переночевали. Утром позавтракали, поблагодарили людей и уехали. Она в Белую Церковь, а я уже уехала на свою Христиновку. Понимаете? То есть очень сложно судить вообще об отношении и в частности. Все зависит от людей. Хотя, в принципе, нас боялись. Это да. Считали, что мы носители какого-то заряда облучения и боялись как бы не пострадать самим. Но это было нечасто. В основном люди относились хорошо и с пониманием. Но были случаи, знаете, мне кажется, что это может случиться везде. А ликвидаторы, вы знаете, сложно говорить, потому что эти люди возвращались, они лежали в больнице, они выходили на работу, и со временем они уже получали. В основном это было важно отношение близких, родных людей. Знаете, мне даже сложно сказать о посторонних людях, потому что нам тогда было настолько тяжело, и мы были настолько озабочены именно вот, чтобы выжить, что судить об общем отношении я не могу, не стану. Но ко мне лично относились очень хорошо. Извините, если я не ответила на ваш вопрос. Не услышали то, что, может быть, вы хотели услышать. Если у вас есть, вы хотите более конкретизировать его, то вы скажите, и я вам отвечу. Да, ну вот было такое, знаете, мы когда получили квартиры, то было так, что и двери резали, и окна били. Это не секрет, как бы такой. Но людей можно понять, они ждали годами квартиру, и в это время приезжают какие-то чернобыльцы и селятся в их квартиры, да? То есть обидно. Хотя, может быть, это происходило от того, что они не знали, какую беду эти люди пережили, и сколько горя нахлебались, и что их ждет впереди. Хотя потом со временем как-то, мне кажется, что все улеглось, и уже такие вопросы не возникали. Вот у нас, например, был такой обычай, мы на Новый год, 31 января, когда 12 часов ночи встречали Новый год, потом весь город выходил на площадь, на центральную, к елке. И мы все друг друга там поздравляли, пили шампанское, жгли хлопушки, бенгальские огни, и, в общем, поздравляли друг друга до утра, практически до 6 часов утра. И когда мы встречали первый Новый год здесь, у нас там на Алба-Юлия был 200-й дом, 202-й и 202-1, то есть образовывающий такой двор большой. И вы знаете, кто-то убрал елку во дворе, и был дан клич, и вот все припятчане вышли во двор и встречали Новый год во дворе. Поздравляли друг друга, плакали, вспоминали, что мы не дома. И потом к нам присоединились молдаване, которые, там же не все квартиры были припятские,
молдаване, которые жили в этих домах, и они присоединились к нам и поздравляли нас, и мы обнимались, пили, и никто никого не боялся. И потом, опять же, когда случилась война, и не было света, не было газа, мы все тоже жили во дворах, варили варенье, как бы, и тоже общались все, и было, жили как одна семья. Потом, правда, стали уже кто-то уезжать, кто-то приезжать, соседи менялись. Вот мы знали всех соседей на площадке и в доме. А сейчас я обращаю внимание на то, что вот мои дети, они живут в городе, они, может быть, и знают кого-то. Вот они как-то более общительно знают. А у меня есть знакомые, которые даже не знают, кто у них на площадке живет. Они с соседями не общаются, никто не знает. Она так, как мы можем знать? Мы выходим на работу, потом приходим с работы, заходим в дом. Мы так не жили. То есть вот это такая коммуникабельность, что ли, или контактность, она, к сожалению, вот проходит время, и она немножко отсутствует. Я не знаю, может, я просто не знаю ближе. Мне так кажется. Спасибо. Спасибо. Мерси, кад звенит, ши не видим писто луна. Прима жой де луна, че есть около луна? Май, луна май. Ну, что мы к тем? Видим. Спасибо большое. Спасибо вам. Я искренне желаю, чтобы вы этого никогда не пережили. Вы были здоровы.